известных художников-руинистов, таких как Джованни Баттиста Пиранези, Юбер Робер, Джованни Паоло Панини, официально считают фантазерами, объясняя развалины на картинах плодом их фантазий. Но оказывается, многие объекты существуют в реальности и стоят по сей день. Чтобы получше разобраться в этом, нужно сравнить картины и гравюры с реальными развалинами, которые можно пощупать руками. Мне удалось побывать в Риме и найти некоторые объекты, которые меня поразили на гравюрах Пиранези и картинах других художников. Почему захотелось разобрать именно Пиранези? Потому что он был очень внимателен к деталям и с фотографической точностью изображал все, что видел. Все запущено, люди в тряпье пасут скот, на земле и сверху арки лежит слой земли, очень похоже на следы затопления. Вот как это выглядит сейчас. Все как на гравюре. Вблизи видно, насколько качественно обработаны блоки, как подогнаны стыки, как узоры переходят от блока к блоку. Это просто невозможно выдолбить зубилом с помощью толпы рабов. И люди на гравюре явно не имеют отношения к подобным постройкам. Совершенно случайно набрел и на эту арочку. Сейчас она жмется среди жилых домов. Сколько веков она еще простоит? Столь же искусно выполнена из вырезанных каменных блоков. Очевидно, что ее подпортила какая-то мощная сила. Землетрясение или потоп, или все вместе. Одна из пирамид, которые были в Риме. Их, судя по картинам, было несколько. Видимо, культура Рима и Египта тесно соприкасалась, оказывала влияние друг на друга. Так как кроме пирамид, в Риме до сих пор уцелели обелиски с египетскими символами. Обелиски стоят на своих местах с давних пор и тоже есть на картинах руинистов в тех же местах, что и сейчас. Давно мечтал увидеть эту пирамиду. Кому интересны детали, переходите по ссылке в описании. Как можно заметить, нынешний уровень земли гораздо выше того, на каком стоит пирамида и стена, примыкающая к ней. Практически все развалины в Риме погружены в слой земли. На такую глубину они уже были погружены на момент изображения их художниками. Интересно, как же варвары могли руками разрушить такое грандиозное сооружение? В учебниках нам об этом не рассказывали. То есть кто-то проектировал с помощью чертежных инструментов, рассчитывал все элементы, нагрузки, организовывал производство и доставку строительных материалов, потом по всем правилам, со всеми узорами складывали из кирпича огромное здание. А потом пришли варвары и руками и палками все проковыряли и ногами отбили куски в несколько тонн. Согласен, что подобные тезисы звучат нереально. Но вспомните, я сомневаюсь, значит мысль. Когда ты стоишь рядом с этими толстыми, идеально ровными, узорными стенами, абсолютно не веришь официальной истории. Эти люди у капитолийского холма здесь выглядят посторонними, пришлыми, немощные, больные, одетые в лохмотья. Обратите внимание на рост людей в остроконечных шапках. Кони им по грудь. Может, это для них делали такие высокие дверные проемы? Мой и не только мой вывод – те, кто строил эти здания, арки, монументы, обладали технологиями, которыми они не могли пользоваться по официальной версии истории. Их цивилизация была очень развитой. Они строили из камня легко и непринужденно. В какой-то момент после катастрофы цивилизация исчезла, а здания разрушились. Ну а художники просто застали большее количество руин, в отличие от нас. Впоследствии их растащили на строительные материалы да по музеям. Не могу назвать этих художников фантазерами, так как сам на месте убедился в реальности того, что они изображали.